Какая красота, ребят. Едем, Петроградская сторона. Будем проезжать сейчас метро Петроградская в сторону Васильевского острова. Васильевский остров 2,8 километра. Поехали прямо. Добрый день, каждому по приветику из прекрасного Петербурга. У нас уже 5:30. День был. Ой, какая красота, когда заезжаешь в центр. Смотрите, какие здания. Отличается от спального района совершенно, совершенно, друзья мои. Людей как много. Таксист стал поперек дороги. Ой, смотрите, красота. Вот это здание слева, на первом этаже, театр имени Андрея Миронова. С правой стороны будет метро Петроградская. Смотрите, фотография тут даже. Где фотография Андрея Миронова? Вот фотография. С этой стороны метро Петроградская. Мы едем прямо. Вход в метро справа. Конечно, пробка здесь, а как сухо, снега вообще нет. Интересно, Большой проспект, 18 литр А. Модный дом. С левой стороны
метро Василия Островская. Добрый день, друзья! Вышла на одну минуточку показать вам двор Васильевского острова. Сейчас мы ехали вот. Ребята остановились, заехали во двор. Там центральные улицы. Это Васильевский остров, 23-я линия, 28-й дом. Или, короче, да, вон так. Я хочу показать вам дворы внутри. Заезжаешь в центральной улице, а внутри дворик. И деревца, и площадочки. Вот это мусорник оформлен, спрятан. Игровая площадка. Детская площадка. Вот это дворы Васильевского острова. Центр заезжаешь, красота, ребят, открываешь глаза, такой, ой, как круто. Сейчас тепло будет, надо просто пешочком прогуляться обязательно. И, кстати, этот двор, ребят, насквозь идет. Сейчас покажу вам. У нас сухо, классно, не знаю. Ну, ветер только бывает иногда, так? Плюс 5, плюс 6, плюс 7. Смотрю вперед, уже плюс 9, плюс 8, плюс 9 было. Видите, двор насквозь идет, там выход. Выход, ворота тоже. Но сюда заезжать по кнопке. Просто так не заедешь. Посмотрите, как сухо. Вот там открываются ворота. Дверь открыта, пройти можно. А заехали мы сюда по кнопочке. Там открыли. Там дальше дома стоят. Фасады все аккуратненькие. Покрашены. Те, что покрашены... Классно, как-то, знаете, приятнее смотреть, хоть и старые дома. И тут же вперемешку все. Вот старые дома, а вот поновее стоят здания. Балконы открыты. Здесь лоджии, конечно, нет, просто открытые балконы. Смотрите, какие они. Они в таких сеточках. Это что, это зачем? Детская площадка во дворе. Все, ребят, поехали с вами дальше. Хорошего дня, хорошего настроения. Где бываю, все вам показываю. Сейчас станет потеплее еще, ребят. Будем ездить и на юг, и в центр, и на север, везде, и в области. Все, поехали с вами дальше.